Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Шестой день, забираем с тобой вот этот вот сундучок, из которого выпадают нам вот такие вот наградушки. Это мы пропускаем. Так, ну что, давай посмотрим для начала, что нам принесет Беззубик. А Беззубик нам приносит яйцо. Внезапное нападение. Давай, лети, опять же, бесплатно. Так, у нас есть сегодня какое-нибудь событие? Ох, ребятушки, сегодня у нас угроза злобные вандалы. Конечно же, начнем сегодня же и проходить. Но сначала давай заберем, наверное, наши награды, которые тут у нас есть. Так, о, 15 рун. 15, друзья мои, рун. Далее. Так, что ты там сидишь? Притулился он, сидит в тихушечку. Давай, давай, работайте, работайте. Так, железо у нас по фулке, я как смотрю. Так, сарделька, не двигаться. Здесь у нас выпадает. Ага. Так, ну что, я почему-то думаю, что тусклый янтарь выпадет нам. Какие твои ставки будут? На руну, да? Кто подумал, что на руну, тот и молодец. Так, 8 рун. Нам, в принципе, хватит его отправить. Как раз 8 рун получили, 8 рун и потратили. Расскажите остальным. Пускай рассказывают там остальным. Байки какие-нибудь очередные. Так, а мы можем с тобой... Слушай, а зачем я это делаю? Подожди, у нас же, по-моему, сегодня должен кто-то прокачаться на 112 уровень, если я не ошибаюсь. А я, наверное, скорее всего, ошибаюсь. Так, тут 101 уровень. Так, лети за древесиной. Ты тоже за древесиной. Ну, тоже залети за древесиной. Так, подожди-ка. Я еще в прошлой серии говорил. Вот, говорю, кандидат у нас на прокачку. Ну, кто это может быть? Кто тот самый отважный герой, а? Явись моему взору. Не хочет. Так, случайно не вот здесь ли он? Нет, подожди, не здесь. Так, этого мы отправляем на прокачку. Хвостояр, ты будешь у меня прокачиваться в конце концов? Ну неужели, твою налево. Все, ребят. Хвостояр стал тита... Ого! Смотри, каким он стал, ребят. Оу! Красивый, симпатяшкой он стал. Блин, а он у нас прокачан. А кто же тогда? Неужели... Так, елочки у нас тут. Неужели это 91 уровень, да? Ну нафиг, не может быть этого. Кто-то должен посерьезнее быть, чем этот. Два железа. Очень много. Очень прям... Девать некуда мне это железо, твою налево. Так, давай мы его тогда отправим дальше. Ха. Увеличить награду в приключениях. Такое желание, ребята, приобрести это все. Кстати, мы можем с тобой купить новую локацию. Ну, не купить, а расширить. Давай мы, наверное, этим и займемся. Так, подожди секундочку. А где... Вот, по-моему, да? 3400. Да, ребят. Ать. Хорошо. Голова смерти. Ух. Тут, ребят, пахать не перепахать. Такое поле. Бесплатно, давай, все тут нам. Ну вот, наконец-то мы с тобой сможем теперь... Блин, не хватает. Мы сможем здесь теперь выставлять наших новых... ну как новых? Тех дракончиков, которые у нас сидят. Как говорится, в инкубаторе и ничего сделать не могут. Ждут, ждали, ждали своей участи. Когда же их, наконец, рейчик выставит. И вот, наконец, ребята, этот момент настал. Территория, я тебе скажу, довольно неплохая. Большая, так скажем. Так что им будет здесь раздолье. Конечно, подчищать тут придется прилично. С этим не поспоришь.
Но это мелочи жизни, поверь мне. Так, бесплатно. Давай, давай, где есть бесплатно, ребята, надо сразу делать бесплатно. Так, тут не подойдет нам. Что тут у нас еще, сколько здесь? Тут долго что-то. Да, есть, конечно, места, которые очень долго, ребята, будут расчищаться. Чего не хватает, ты не могу понять. А, рыбы нету. Ладно. Так, протратились маленечко. Давай теперь наших этих отправим на очередные задачи. Пускай они пока там ходят с сборами занимаются. Да, получается, что вот этот, ребята, у нас ближайший, который, по-моему, может покачаться. Я что-то думал, что есть у нас кто-то вот-вот на пределе прям. Но, видимо, я ошибся. Видимо, я ошибся. Нет у нас по уровню более кого-то прокачанней. Что меня немножечко огорчает. Так, ладно, давай получать здесь награды. Так, у нас еще есть и еженедельки. Давай получать. Так, блин, 10 не хватает всего лишь для второй награды. Ладно. Прилив сил хотя бы забрали. Так, давай, наверное, посмотрим с тобой загадочный пак этот бесплатный. Так, что по смерти, крылатый ужас. Оу, беззубик. Очень-очень, ребята, редко. Вообще прям, я не знаю, с какой редкостью выпадает нам именно карточки на беззубика. Так, на рекламном почему-то, ребята, паки у меня все зависло и пришлось перезаходить в игру. Так, новое изваяние. Получить. Это у нас Сани. Сани Санты, наверное, я так понимаю. Так, блестящий янтарь 5 штук забрал. Руны в подарок. Сколько? Ох, соточка. Спасибо огромное. Так, я забрал еще древесину. И где-то нам... Блин, ну я же пытался, не показывает она. Надо же, со второй попытки, ребят, все-таки сработало. Шепот смерти, громель. Экзотический шепот смерти. Окей. Ну, спасибо, хоть что сработало. Так, давай-ка мы здесь... Опа, еще награду заберем сейчас. Якнок, по-моему, будет. Да, 250 якнога. Забираем. Окей. Так, здесь-то у нас что? Здесь у нас обычный пак. Созрел. Шторморез, громобой, громель, кривоклык. Вот такие вот дела. Так, найти снеговика. Нашел. Тут что? Я не знаю, ребят, что тут обозначает. Тут ничего такого нету. Так, янтарь. Блестящий. Так, а мы можем... Нету, да, у нас на обмен, к сожалению. Подожди, а тут-то что? Что-то пока... Так, дракон, конечно же, мы с тобой этого не посмотрели. Про этого-то забыли. Ну, вроде бы как все. Так, это тут заберем. Не хватает, да? Чуть-чуть. Так-с. Расчистим. 480. Отлично. Тут 240 миллионов надо. Ну, вроде бы пока все. Нам надо будет прокачивать экзотический шепот смерти. Во что бы то ни стало. Для этого нам нужно будет очень-очень, ребята, много рыбы. И времени, конечно же. Ну что, пока здесь у нас все сделано, я предлагаю пойти... Пойти на события. А события у нас только одно сегодня доступно. Это именно угроза злобные вандалы.
И это событие, как мы видим, далеко не простенькое. То есть за одну заходку ты его фиг пройдешь. Ладно, нам не привыкать. Нам хоть длинный, хоть короткий, лишь бы проходить. Так, и у нас здесь два злобных змеевика. Пока они имеют 15 уровень волны. А, тут еще и одна волна. Тем круче для нас. Так, ну что ты, змеевичок? Пуляешься, да? Пуляешься, значит. Давай, хрумк. Это понятное дело, что... А, вот так вот лучше сделаем. Через хилочку убьем. Плюс восстановим себе здоровье. Смотри, как бомбит, а? Он еще усиляется. Ну что, добить сможем? Конечно. Так, крутанем колесо. Заберем с тобой древесину 75 миллионов. Для меня бы, если честно, сейчас была бы актуальна рыба, потому что мы того на уровень так и не прокачали. Он так и стоит у нас. Эксклюзивный этот шепот смерти. Так, ладно, давай двигаться дальше. Посмотрим, что у нас здесь выпадет. Так, опять два злобных змеевика, плюс водорез собственной персоны. И последняя волна, ну, потому что по одной волне пока. Я смотрю, тут нам заряжают. Начнем по стандарту, с разбора, естественно, шустрых. Такс, ну куда ты? Ну куда ты лезешь? Лезет он. Давай, наверное, шваркнем его. Так, водорез ходит, потом мой кривоклык. После кривоклыка будет ходить шторморез через хил. Замечательно. Так, ну что, водорез, ты, по-моему, доигрался. Не, он сейчас сделает, наверное, суператаку. Ну, конечно же. Куда он будет, ребята, ее беречь? Конечно, никуда. И ведь знает, кого бомбить, а? Моего хиллера. Ну, все равно этого не спасет. Уж я тебе точно говорю. Сейчас распишем. Ну, опять же, ребят, благодаря тому, что пока дается одна волна. Ух ты, он еще и хильнулся даже. Вот и все. Так, очередное колесо крутанем. Заберем с тобой прилив сил. Спасибо. От прилива сил я бы не отказался. Так, и у нас с тобой проходящий поединок, после которого мы получим пак. Водорез плюс душитель. Нет, это, по-моему, не душитель, это дымодышащий у нас идет. Хрюндель мелкий. Так, давай его кусанем. Двойную атаку пропишем. Вот в данный момент, вот, ребята, вот во многих вот таких вот катках кривоклык, в принципе, никакой роли вообще не играет. Почему? Потому что атака у него слабая, именно когда он кусает. А делать слепоту, как бы, я не вижу смысла, потому что мы с тобой в основном делаем отхил. Поэтому кривоклыка можно было бы заменить, но вот на кого? Вот в чем вопрос. На кого? Если был бы выбор офигенный, то, конечно, было бы круто. Да и хотелось бы получить новых драконов, которые появились в игре, но которых у меня еще пока нету. И я даже не знаю, где их брать. Вот что самое удивительное. Я без понятия, где они находятся. Как их открыть. Так, ну что, этого мы с тобой пока не пробили. Но это вопрос времени. Буквально времени одного удара. Все. Так, а здесь нам достанется 75 миллионов рыбы. Что-то как-то скудненько они нам дают. Забираем пак вождя. Он летит на почту, по-моему, да? Мы можем, в принципе, зайти на почту.
и забрать его сами. Так, Шторморез, Крылатый Ужас, Громель и Шестеренка. Допустим. Так, больше здесь ничегошеньки нового не появилось у нас, нет? Никто ничего, никуда не слазил. Хотя, знаешь, что я забыл сделать? Я забыл сделать прокачку. Прокачку и отправить их, соответственно. А! Стоп. Давай. Блин, чуть-чуть не хватает. Это он будет у меня 102 уровнем, да? И еще 10 уровней ждать. Ё-моё. Кажется, так мало и в то же время так много, блин. Найс. Ну что, поехали. Продолжаем проходить наше событие. То есть мы с тобой получим 1400 тусклого янтаря. На сегодня только лишь. Так, две волны, один противник. Причем противник довольно легкий будет для нас. Это у нас шустрый. Как раз подстать, чтобы мы его расписали тут моментально. А на второй волне, ну ты сам видишь. Вот этого. Ну слушай, ну можно конечно его бомбить, но он не такой опасен. Это, ребята, вам не эксклюзивный шепот смерти. Это его сородич. Здесь, наверное, даже... Нет, громобой ватник, у него суператака на одного только действует. Наверное, здесь все-таки будет посложнее. Это костолом. Ну, как по мне. Громобой делает атаку массово, но, опять же, ребята, у него... Твою налево, что делают, а? Давай, наверное, так все-таки. Надо было сразу громобой. Мы же как обычно делаем? Уничтожаем всех. Вот, вот его, ребята, массовая атака была. Мы уничтожаем в первую очередь всех простых, потом уже беремся за танков. Тут почему-то я тактику свою поменял, непонятно зачем. Что нам в этом колесе, интересно, выпадет? О, рыба, как раз, друзья мои, она нам нужна для прокачки. Отлично. Ну и последний на сегодня у нас поединок. Поехали. Надо будет почитать, у нас на следующей серии будет пройдено это событие или нет. Так, опять же, сородич шепота смерти. Он не настолько опасен, как сам истинный шепот. Давай, наверное, так сделаем. Двойную атаку от Барсика. Смотри, какая у него инициатива, а. Мои только начали ходить, он уже второй раз начинает ходить. То есть, по идее, должны были мы пройти все втрое. После этого только он должен делать ход. Ну, ничего подобного. Ой, а тут три танка. Тут-то за кого браться? Ну, давай, наверное, сделаем так. Одного из них. Смотри, как он прикольно смотрится, ребят. Такой, как будто громобой ледяной такой, да? Инеем покрытый. Классно смотрится. Так, и они опять начинают, да? Так, уклонение. Хорошо. Бьем ослабленного. Так, через хилочку мы его уничтожили. И, наверное, я... Ну, давай этого. Будем кромсать. Так, сейчас будет тут разбег делать. Угу. Центровой. Оглушение сделал моему кривоклыку. Но, в принципе, его атаки вот этого стража на кривоклыка малоэффективны, потому что у нас классовое преимущество идет. Вот если бы он в Барсика как бы бомбанул бы, да? Потому что у него, видишь, повышенная атака по хитрым идет. Тогда да, мы бы что-то почувствовали. А так, ничего страшного. Ну и остается у нас последний костолом. Сейчас мы его должны быстренько запинать здесь. Сопротивляется еще гаденыш маленький, а? Посмотри на него. Так, понижаем и добиваем. Все, друзья.
Очередное колесо крутим. Забираем с тобой древесину, судя по всему. И забираем 1400 тусклого янтаря. И сейчас я посмотрю. Слушай, 29% прогресс. То есть, получается, нам надо будет еще, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, друзья мои, еще два раза нам придется сюда заходить. Как минимум. Понятно. Так, ну что, я хотел докачать уровень. Так, и отправить его обучаться. Через 3 часа 8 минут он будет уже готов. Ну что, друзья, а на этом я сегодня буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.